Сюда. Ребята, чек под солями. Еще немного. Что будет? Упаду нахер. А сколько ты уколол солей сегодня? Не знаю. 5 доз. 5 чеков? И все. Ну сейчас тут осень, а что ты ходишь раздетый? В чем прикол? Чё? А мне вообще насрать. А что ты в одном носке? А че? Что ты в одном носке? Потому что так надо. Ну в чем прикол? Тут даже приколов нет. А что за пакет у тебя рядом? Я не знаю. Это хобота у тебя уже начались? Да я не знаю, что такое вообще. Ну ты вот там стоял, рвал на 10 кусков, там сидел. Это был другой пакет. Так, хрен издеваться. Я знаю, что я в жопе. В полной. Так пора туда вылазить. Да. А зачем? Вот, ребята, то, что я говорю, что это действительно соль, это полная жопа. Я когда человеку говорю, что не пора... Не кури, не кали и вообще ничего не делай. Покажи пах свой, куда ты куришь. Покажи пах, пацаны. Просто, чтобы ребят, чтобы вы понимали ситуацию, я вам, ну, врать не буду, смотрите. Вот. Цвет, я думаю, вы видите, какой цвет. Вот, да? Сюда. То есть человек себе настолько исколол пах, ну, что у него даже... Он ходит... Да, попал в артерию. Кровь. Видим, да? То есть это кровь. Человек ходит в туалет кровью. У него нету органа мужского, да? И он ходит через задний проход. И посмотри на мои. Да. Вот. Исколол так член, что просто его уже нет. Да, ходит через задний проход. Вот, ребят, такая ситуация. Это все кровь. Вот он писает так. Сними, мы еще локти. А что у тебя с локтями? Какие-то непонятные. Вен нету, вет нету у тебя, да? А почему так? Не знаю. Что случилось? Псориаз. Там, где и колено. Да? Так а что ты в одном носке? Это не носок. А что это? Это что-то бинт. А зачем ты его одеваешь? Это модно так? Нет, для меня это модно. Для вас, по-моему, нет. Понятно. Ну, что ты скажешь насчет солей? Нахуй. В общем, ребят, посмотрите на это. Вот это чемпион мира. Был раньше. Да. То есть собирался даже, должен был бой с Макгрегором у него. Было такое, да? Должен был быть бой. Нет. В итоге уже сейчас все, никакого боя не будет. Но, ребята, соли — это ужас. Вот так вот. Будете сдаваться, да. Как и я. Вот так вот. Поэтому, ребята, мы за здоровый образ жизни. Везде всем распространите видео, что бывает со спортсменами, чемпионами мира. Вот такое бывает. Который должен проходить бой с Макгрегором. Поэтому, ребята, вот так вот. Соли — это ужас. Соли — это что попало, ребята. Всем привет. Поэтому, ребята, пожалуйста, я вас очень прошу. И просто имейте в виду. Что бывает? Что человек не ощущает, не чувствует ничего абсолютно, потому я что не хочу ничего. Все люди, например, ходят одетые, а он ходит весь день в трусах. Вот смотрите, все люди ходят в одеждах, в курточках зимой, все. А он ходит в порванных штанах и без ничего. Человека большое даже имущество. Вот это, вот это лицо я вы можете могли видеть по всем каналам его, по российским, по всем нам каналам. Мне поебать, хай смотрят. Да, чемпион мира. Сейчас вот такое происходит. Все, друзья, это все соли. Поэтому никогда их не употребляйте. Распространите это видео не везде. Всем покажите это видео. Всем детям, взрослым, учителям. Всем это видео покажите. И покажите, что происходит с людьми. Что происходит с людьми и как они деградируют. Ребята, спорт превыше всего. Ставьте лайк этому видео и максимальный репост во все чаты, в Фейсбуке, Телеграме, ВКонтакте, везде, в Одноклассники. Везде должно быть это видео. Всем удачи и берегите себя.